Ну что, ребят, мы все это разгребаем, ломаем. Осталось совсем немного, друзья. Осталось совсем немного. Остались малыши. Осталось несколько стариков. Все остальное, друзья, мы ломаем. Все остальное мы ломаем. Ломаем, ребята. Все ломаем. Железо поснимали, крыши поснимали. Сейчас поснимаем остальное. Потом разберем будки. Они еще пригодятся. Потом все это уберется. Аккуратно. Перепашем. И можно будет выставлять дом на продажу, чтобы достраивать приют. Это наша цель, ребята. Но самое страшное, самое тяжелое мы делаем вместе с вами. И я очень надеюсь, что вы с нами останетесь до конца. До конца, друзья. Лишь бы Бог дал сил и здоровья все это выдержать и переехать. Да, здесь все, видите? Здесь все. Все, ребят. И вот осталось несколько вольеров здесь. Здесь все открыто, здесь уже все. Домики все пустые. Домики у нас все пустые. Непривычно. Непривычно. Тихо, детка. Ну вот мы. Да, всех оставшихся собак я перевела поближе к дому, чтобы им было удобно ломать, было удобно стерилизовать и наблюдать, кто остался, сколько осталось. Остались малыши, подростки, те, кто болен. Здесь слепой. Здесь маленькие. Да, мои хорошие. Остались только малыши. Больные, простуженные. Инвалиды. Вот два малыша. Один из них дикий. Ну, ничего, девочка диковатая. Ну, да. Ничего, скажи, я привыкну. Правильно, малышка? Все, клещей мы обобрали. Все, даже вот такого малыша выбросили. Видите? Мы назвали девочку Нора. Еще одни подкидыши, ребята. Разнокалиберные. Кто-то почистил базу и сбросил нам все, что было. Дети в чудовищном состоянии. Разные. Большие, маленькие. Но сидели в одной коробке. Ребята, они заслуживают жизни. Кто
кто мы такие, чтобы решать, кого спасать, кого нет. Поэтому пока есть силы, друзья, пока вы рядом, мы с вами спасем еще не одну жизнь. Спасибо, мои хорошие. А здесь самые тяжелые дети. Дети с лишаем. Здесь сборник, который точно так же нам подбросили в коробках. Но дети все лишайные, все до единого. Это просто чудовищно. В каком состоянии дети? Идите сюда, мои хорошие. Иди сюда. Да, я тебя покажу поближе. Опа, покажи. Мы начали детей лечить. Вчера детей начали лечить. Сделали им первые уколы. Все, мой хороший. Прыгай. Прыгай. Ребята, дети все в лишае. И лечить их надо будет месяц. Плюс кое-кто из них еще чихает. Поэтому лечение будет двойное. Трех малышей подбросили в коробки. Просто в запечатанной коробке, ребята. Да, мои хорошие. Да, боимся. Ничего. Скоро бояться перестанем. Трех малышей подбросили в коробки, ребята. И это только за последнюю неделю. Только за последнюю неделю. Ну что, ребята, последняя стерилизация в городе Грязи. Это последняя, кто у нас здесь. У нас сегодня стерилизация. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, одиннадцать. Кастрации, стерилизации. Этот сюда спрятался. Ты мой золотой. Ну ладно. Кастрации, стерилизации. И малыш маленький приболел. Сейчас это поставили? Сейчас проверим, что с ребенком не так. Но капать надо, потому что началось обезвоживание. Жара. И обезвоживание наступает очень быстро. Друзья, это последние наши, кого мы оперируем в городе Грязи. Всех остальных теперь стерилизовать будем уже в Чехове. Друзья, надеюсь, вы останетесь с нами. Ребята, подъехала моя машина и сказал водитель мне сейчас, что возле газели у нас привязали собаку. Мы еще не видели. Я сейчас иду смотреть. Ну что, малыш, иди сюда. Подойдешь? Иди, мой хороший. Серёжа сказал, что привязан. Ой, господи. Ну что, где тебя привязали? Не бойся, малыш. Да. Вот на такую веревку привязали ребенка. Сейчас, малыш, я тебя отвяжу. Да? Красавчик. Привязали? Главное, привязали так, чтобы собаку было не видно. А если бы машина тронулась и поехала? На такой тонкой леске, а она крепкая, собаке бы просто оторвала голову, если бы натянула покрепче и дернула. Просто бы отсекло голову такой леской, на какой собака привязана. Она бы не порвалась, она крепкая, капроновая была. Так, дедушка. Ну все, разместили. Прошу всем сердцем, всей душой, прошу вас, друзья, отзовитесь. Помогите нам пережить последние вот эти моменты тяжелые. Я вас умоляю, друзья, помогите. Я знаю, что вы помогаете, как можете. Знаю, друзья. И все равно обращаюсь к вам еще раз. Помогите нам переехать. Пожалуйста, осталось совсем немного. Прошу вас, остались дети, инвалиды, старики, стерилизованные собаки. Их немного, друзья. Еще от силы два рейса. И затем надо будет вывозить стройматериалы. Мы сейчас стоим в ступоре, друзья, потому что нет материалов. Мы не можем вывести эти материалы, не можем купить новые. Знаете, такое ощущение, что я истратила все слова. Все эмоции. Меня словно выжгло уже всю изнутри. Ребята, я же не сдаюсь. Я прошу вас, не сдавайтесь. Давайте закончим. Давайте закончим переезд. Я прошу вас, друзья. Кто сколько может, отзовитесь. Отзовитесь, прошу вас. Я очень на вас надеюсь. Я верю в вашу дружбу. Я верю в вашу поддержку, в ваше милосердие,
в вашу доброту. Прошу вас, отзовитесь. Был сегодня замглавы, ну, через пару дней жду судебных исполнителей.